Привет, друзья! Мне хотелось винтажную полку, и я решила ее попробовать сделать сама. Начала, конечно же, с покупки материалов. Я начала делать полку. Сейчас мне нужно будет распилить на детали. Я немножко ошиблась с количеством стройматериала. Хорошо, что дома нашлась лишняя доска. Я ее отшлифовала. Сейчас я ее отторцую и посмотрю, сколько, насколько ее хватит. Хорошо, что она подошла под размеру. Что у меня примерно должно получиться? Вот такая вот полка или шкаф с полками. Только их тут две полки. Вот именно так я себе в голове нарисовала, поэтому неправильно рассчитала количество материала. Теперь мне предстоит самое сложное. Это собрать все эти детали на шканты. Друзья, у меня, кажется, получается. Все ровненько зашло. Продолжаю собирать свою полку. Для начала я ее просто соберу на шканты, чтобы все было ровно. Теперь надо ее как-то разобрать. После того, как я убедилась, что полка получается ровной, я ее разбираю и собираю заново, но уже проклеиваю все детали. Я просто прикрепила полку к ровной поверхности, зафиксировала, чтобы она ровно склеилась. Так, а сейчас это у меня зад. И сейчас я буду рейками пытаться закрыть ей стенку заднюю. Вот смотрите, какую подсунули. В стопке лежала. Я не заметила, когда покупала. И вот это вот что такое. Ну, надеюсь, что мне хватит. Я все склеила, теперь оставляю все это сушить. Сушиться, наверное, будет долго, потому что на улице все-таки не жарко. Ну, в общем, оставляем эту конструкцию пока. На полке я сделала переднюю панель и теперь делаю фигурный срез на ней. Моя полка почти готова. Так, я ее выпилила. Что это? Узоры какие-то. В общем, вот такая красота у меня получилась. Мне осталось ее только немножко пошлифовать от всяких. Сама не ожидала, что получится, но вот результат. На этом все. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки и пишите комментарии. Пока-пока!